нападения противника, послав мяч к центру поля. Мяч идет к воротам Каспийского моря. Игра принимает острый характер. Перевес на стороне Черного моря. Ведет Черное море. Какая девочка. Ей-богу. Ничего. Кто это? Таня. Теплоход Армении. А вон, видишь, моряк. Ну? Так он за ней. Подожди. Подожди. Так это же Панов. Ей-богу он. Ты знаешь, я насчет бабки. Одна даже стреляла в меня. А это, черт его знает. Вот я увижу Таню, стесняюсь. А чего? Сам не знаю. Погибли, молети, жига, погибли. Навсегда, годы за года. А ты ей про себя все сказал? Нет. Случая не было. Но почему он в морской форме? Как же? Водолаз. ВПРО не работает. Мяч у Тани Ткаченко. Ткаченко забила гол в ворота Каспийского моря. Игра продолжается. Счет игры 8-6 в пользу Черного моря. Мяч снова у Тани Ткаченко. Она сильным полем ведет его к воротам противника. Отразила нападение противника, послав мяч в центру поля. Мария Квитницкая, получив мяч от защиты, передает его левому краю. Таня Ткаченко. Таня ведет мяч к воротам Каспийского моря. Погиб, ты малежишка, погиб. Пошел ты к черту. Таня, вот познакомьтесь, мой лучший товарищ. Задонов, старшина. Таня. Хорошо плаваете. Армения уходит. Ну и пусть себе уходит. Что вы, я там работаю, стажирую по двигателям. Морячка, значит, до свидания.
Лёшка, ты меня не узнаешь. Что вас заставило бросить Одессу, уважаемый Петя? Нет старой Одессы, гражданин Родопова. Кругом одна социалистическая собственность. Вот я, последний свободный художник. И надо менять профессию. Зачем менять профессию? У вас неплохая специальность. Жаль только, что вы не водолаз. Почему я должен быть водолазом? Кьянти Иванович? Что вам нужно достать со дна? Все равно ж не водолаз. Один кефир, 4 стакана. Сама откроешь. Кьянти Иванович, вам везет. Я сегодня встретил как раз нужного вам человека. Ей-богу. Красивые горы, а? 30 километров и Турция. 30 километров и уже за границей. А вы, собственно, к чему? Как почему? Вас никогда не интересовала за граница? Ну, присядьте. Ну, что вам стоит выслушать меня? Я хочу вам сообщить одну тайну. Вы что? Меня знаете? Да. Ну что? Ну, говорите. Копейку. Корабль, который вы поднимаете, это английский корабль. Назывался он Happy Bobby. Он затонул лет 20 тому назад. Командовал им капитан Гаррисон. И вот тут-то и начинается тайна. Старый Гаррисон после катастрофы проговорился кое-кому, что у него там, на дне, в несгораемом шкафу, осталось 1000 фунтов стерлингов. 1000 фунтов! Вы понимаете. Слушайте, вы водолаз.
Там на дне вас ничто не видит. У вас когда-то была некоторая специальность. Понятно? Так вот, немножко вашего искусства, и все в порядке. И если вы примете мое предложение, вы уже за границей. Есть на свете город Каир. Я бывал там в молодости. Белоснежные дворцы. И какая жизнь! Веселая, легкая. Всюду музыка. Все играют, поют. А какие женщины! И у вас 500 фунтов в кармане. Это не так плохо для начала. Послушайте, а двоих за границу можно? Можно. Давай! Спустился я на дно, оглядываюсь, никого. Вдруг... Что такое? Ничего нет. Вдруг слышу голос. Алло, молодой человек. Я говорю, есть, молодой человек. Гляжу. Ой-ой-ой. Отсюда? Нет, вот отсюда. Туда? Осетрина. А здесь красота. Батюшка. Русалка. Я говорю, гражданочка, я вас, конечно, поцеловать-то не могу. А обнять и все такое-то я могу. И смотрю, что-то у нее на груди блестит. Я к ней... Ближе, ближе. Цап! Ай! Вот, пожалуйста. Эх ты, шляпа. Шляпа, он воду уронил. Борис Панов на трап. Запомните, товарищ Панов, вам внутрь корабля идти вам незачем. К пробоине подойдете снаружи. Она по правому борту, в носовой части у самого киля. Как по чертежу, помните? Есть, товарищ начальник. Дать водолазу шлем. Есть. Дать на телефон. Дать воздух водолазу. Есть. Заметьте время. Спуск начался.
поет. Ух, парень! Им грудно хочется столкнуть, чтоб не встречать разбива. Ра-ра-ра-ра, 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 ра-ра-ру, ра-ра-ра-ра. Алло! Алло! Разрешите мне поговорить с водолазом по телефону? Пожалуйста! Алло? Алло! Товарищ водолаз, вы меня слышите? Слышу! Кто это? С вами говорит только что прибывший корреспондент Жуков. Да-да. Разрешите познакомиться? Здравствуйте! Водолаз Панов. Ага. Завидую вам. Там, наверное, много интересных вещей попадает. Всякое бывает. А это не от вас пузыри идут? А? Я говорю, не от вас пузыри идут. Раз идут, значит, от меня. Ага. Ну-ну. Ну, не буду вам мешать. Настоящий водолаз и должен выглядеть примерно вот так. Ну, а Панов, он как? Ну, он не то чтобы очень крепыш, но все-таки медвежатник. Медвежатник? Это что такое? Это его прежняя специальность, так сказать. Он, видите ли, раньше по несгораемым кассам орудовал, взломщиком. А-а-а. Таких-то вот и зовут медвежатниками. Угу. Ну, сами понимаете, судимости, несколько побегов было. Ну вот, и взяли парня с поличным. Дали ему 5 лет. Ну вот, там-то, на шлюзах, он и приобрел специальность водолаза. Ударничал. Получил досрочное. А теперь вот у нас в Эпроне. Прекрасно работает. Ну, мой товарищ, можно сказать. По траве шланг сигнал. Thank you.
Алло, алло, дальше пойдешь? Есть. Прибавить воздух по новому. Товарищ начальник, Крылов и Клименко выходят, а Панов дальше пошел. Хорошо. Придется кончать работу. Шторм надвигается. Скоро закончим. Сколько панов под водой? Мировым рекордом пахнет. Потрави, потрави! Есть. Товарищ Панов, кончай работать. Поднимать будем. Сейчас заканчиваю. Вот это действительно последний свободный художник.
товарищ начальник, по правому борту человек в море. Эй, на воде, тонете что ли? Нет, озябла. Ну, выберите скорее. Вам спичек? Спасибо. Не курю. А трубку эту я сейчас подхватила в воде. Не ваша ли? Нет, не моя. А впрочем, видимо, кто-то уронил за борт. Хозяин найдется. Вахтенный! Вахтенный, надо бы робу барышне, шинель там или что? Есть робу барышни. Начальник партии Смирнов, что ж вы так далеко заплыли, товарищ? Вы понимаете, хулиган пристал ко мне в море. Ну? Ну и не знала, куда деться. В море деться действительно некуда. Пошлите ко мне старшину. Есть! Назначьте кого-нибудь доставить на берег. Товарищ Оля! Таня! Ах, да-да-да, Таня! Здравствуйте, товарищ Дадонов. Здравствуйте. Товарищ Панов, поторапливайтесь. Тут ценный груз на берег свезете. Есть ценный груз на берег. А пока, пожалуйте, в кают-компанию чаю выпить. Есть чаю выпить? Прошу. Согрелись, товарищ Таня? Да, вполне. Начальник у вас очень славный. И ребята хорошие. А Панов? И он. Верно? Верно. Парень показательный. Первой статьи. И голова хорошая, и сердце настоящее, а вот душа ежом. Ежом душа. Это верно. Видимо, тяжело ему с его прошлым. Зря только. А он что, сам вам сказал об этом? Нет.
Я об этом случайно прочла. Ага. Письмо из Англии. Прочтите-ка. Сэр, узнав из газет, что Эфрон приступил к подъему судна «Хэппи Бобби», которым я в свое время командовал, три серебряных кольца. Так и есть. Хозяин нашелся. А несгораемый шкаф? Шкаф. Шкаф, значит, сломан. Чистая работа. Все ясно. Что же делать, а? Очень просто. Арестовать Панова. Да, действительно, это очень просто. Но я этого не сделаю. Больше того, я ему ни слова не скажу. Чистейший рецидив, а вы какую-то гвоздику, извините за выражение, разводите. Это вы бросьте. Такие, как Панов, стоят риска. Не забудьте, что он получил хорошую школу на шлюзах. А это крепкий фундамент. Я оставлю Панова среди нас, Депроне, и мы сделаем из него человека, будьте уверены. Сомневаюсь. А вы не сомневайтесь. Дайте-ка зеркальце. А я утверждаю, что все в шкафу окажется на своем месте. Значит, Анечка, вы скоро едете в институт? Забудете, что был такой водолаз Панов? Нет. Смеетесь. А действительно, кто я? Черт, и тот не знает. А хочется мне... Ох, мне много их чего хочется. Вы вот через 2 года инженер? А я кто? Ну ничего. Я тоже придумаю. Я такое ахну. В обморок упадете. Ой, какой вы страшный. Смейтесь, смейтесь.
Скажите, Танечка, только серьезно, существует счастье? По-моему, да. Для каждого свое. И я свое счастье найду. Со мной поделитесь? Поделюсь. Договорились. Скажите, Таня, а если бы вы нашли, ну, например, 100 000, вы вернули бы? А вы? Нет, то есть да. А... Черт знает. Ну, пошли на пароход. Товарищ, у вас нет спичек? Пожалуйста. Кораблик на днях поднимаем. Приглашу. Скажи, пожалуйста, водолаз Панов, он увольнялся на берег 23-го? 23-го? Да, он даже, кажется, ночь провел на берегу. А что? Видишь ли, в правлении кооперации ту самую ночь был сломан несгораемый шкаф. Шкаф? Ты полагаешь, это... Да больше некому. И случай редкий в наше время. Да отчасти, так сказать, по почерку его узнали. Знаменитостью ведь был? Фотографии гораздо лучше. Нет, ничего.
Помогите! Ай-яй-яй! Спасибо. Есть. Давайте руку. Тут без вас из редакции приезжали. Фотографии лучшего водолаза просили. Вот, думаю, гвоздика. И дал. Знаете кого? Панова. Удружили. Завтра его арестуют. Ну, хоть бы предупредили. То вы с ним как списанные торбы носите, то вдруг под замок. Его арестую не я, и не за взлом шкафа под водой. А за что? За взлом шкафа на берегу в кооперативе. Вот как. А про подводный взлом вы говорили? Плохой я психолог. Ого, рука-то у вас твердая. Да, твердая. Рука взломщика. Как у бывшего? Танечка, а вам не смешно? Не странно, что там моя фотография висит? Знатный человек. Но ведь рука-то все та же? Та же. Ногти подстричь надо. Ногти подстричь. Когти мне оборвать надо. Знаете, Алёша, Додонов говорил мне про вас, что душа у вас ежом. И это очень правильно. Колючий какой-то вы. Ну, что вам еще нужно? Вы лучший водолаз. Вас товарищи любят. И я. И я вот с вами. Ну, зачем вы мне показывали руку? Рука взломщика. Подумаешь, не знала я. Взломщик. Бандит. Зачем вы так? И рука совсем уже не та. Другая. Ну почему вы молчите? Тогда я пойду. Вы меня проводите? Нет. У меня дело.
Князь! Чисто! Товарищ начальник, команда построена для увольнения на берег. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Подтяните пояс. Поправьте бескозырку. Краснофлотца Панова на берег не увольнять. Есть. Краснофлотец Панов, выйдите из строя. Назад! Хоп! На катер! Шагом! Фурш! Товарищ Панов, вы не увольняетесь на берег. Почему, товарищ дежурный? По распоряжению начальника. Здорово, начальник. Здравствуй. Ты за Пановым? Вон он. Позвать? Да нет, знаешь. Панов, как выяснилось, ни в чем не виноват. Да ну! А сегодня ночью мы задержали одного гастролера. Так, так. Петьку. Шкаф в кооперации. Как мы установили, тоже его работа. Ага. И понимаешь, что меня-то запутало? Сламывает подлец тем же способом. Тут же почерк. Ну, я очень рад. Сам понимаешь, лучший водолаз, очень рад. Ну, как говорится, пока. Чего торопишься? Укачало? Да нет, дела. На подъем-то не забудь, позови. Да, дня через 3-4. Панов, начальнику давай. Явился по вашему приказанию. Я, знаете, о вас нехорошо подумал. Тут шкафчик один был сломан. На берегу в кооперативе сломали. Только сегодня выяснилось, что вы ни при чем. Я вас ценю, Панов, и очень вам доверяю. Вы же лучший водолаз, мастер, можно сказать. И мне было бы просто обидно. Спасибо, товарищ начальник. Здравствуйте, товарищ. Оля? Таня. Здравствуйте. Здравствуйте, Танечка. Панов просил передать, что быть сегодня не может. Он что, работает? Да. Заминка вышла. А. Передайте ему привет.
До свидания. Ну, скажите, что я не сержусь. Я бы сам заменил его с удовольствием. Не могу. Тоже занят. А ты чего не спишь? Собачина ты, собачина. А знаешь ты, что такое собачья жизнь? Знаешь? Знаешь? Черт ты знаешь. Плыть надо. А может и не надо. Поплывем. Кто там? Зекс, зажгите свет. Тебе что? А? Сделка не состоялась. Возвратите задаток. Эй, молодой человек, так дела не делают. Отдавай монету! Ну! А теперь мы положим это на место до подъема, и будет все в порядке. Товарищ Панов, вы откуда? Купался, товарищ начальник? Купались? Так вот. За ночное купание
трое суток, а за то, что врете, еще трое суток. Товарищ начальник, мне нужно... Что вам нужно? Через 3 дня корабль поднимаем. Без вас поднимем. Лежит? 35 сажень. 35? Неужели? Угу. Товарищ начальник, разрешите мне, как самому старому водолазу, спуститься, прикрепить наш флаг? Ну, конечно. Кому же, как не вам? Есть. Чей-то я? Здравствуйте, Динамо. Заметьте, время, спуск начался. Есть? Лаз на грунте чувствует себя хорошо. Добрый. Есть, есть наверх. Товарищ командир, водолазы кончили осмотр и идут наверх. Хорошо. Алло. Алло? Есть. Прибавьте воздух. Да-да, ладно, слушаю. Прибавьте еще. Ты что там, его жрешь, что ли? Прибавь воздуху. Воздуху дай. Что случилось? Алло. 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 Додонов. Алло, Додонов, Додонов! Товарищ начальник! Товарищ начальник! Алло, алло! Додонов пошел под воду. Ну? Ребята, Додонову под водой плохо стало. Сигнал запутал, вытащить не могут. А черт! Что там случилось? Давай шлем, приготовьте манишку. Есть? Груза, живо. Есть груза. Панов, к начальнику скорее. Пошли. Чего вы там катаетесь? Давайте скорее. 1, 2, 3. Проверьте шлем. Есть. Разрешите, я пойду в рейдовой маске. А не замерзнете? Скорее будет. Валяйте. Есть! Саша, иди ты сюда! Рейдовую маску.
Скорей! Дадонов где-то запутался. Вода холодная. Старайся найти его скорей. Что случилось? Водолаз погибает. Боже мой! Наводи на трамп! Осторожнее! Доктора сюда! Я комплектионную камеру! Есть! Ничего, а ты... Почему он так долго? Неужели он застрял именно там? Сейчас пошлем еще одного водолаза. Товарищ начальник, Панов выходит наверх. Thank you.
Сейчас всплывет. Давайте! Ну что же вы, открывайте. Погодите минутку. Хотите, я открою? Нет уж, извините. Ого, вот что здесь было. Положил таки. Молодец. Да, гвоздика получилось. Гвоздика-то гвоздика. А вот это, будьте уверены, был его последний шкаф. Thank you.
продолжают дальше, товарищи. За отличную ударную работу водолазный старшина Дадонов и водолаз Панов награждаются именными часами. Водолазы Пременко, Фролов и Левицкий путевками в дом отдыха. Еще раз поздравляю вас, товарищи, с подъемом корабля, с удачным завершением нашей работы. Народ! Краснофлотец Панов, выйдите из строя. Направо, оп, по занятиям шагом, эш! Поздравляю с наградой, товарищ Панов. Зайдите к начальнику. Есть. Поздравляю вас, товарищ Панов, с наградой. Что ж говорить, вы ее заслужили. Товарищ начальник, я хотел бы сказать об одной вещи. Не перебивайте, когда старшие говорят. Эфрон вас, товарищ Панов, учиться пошлет. И вот пройдут годы, и среди льдов Арктики, на теплом Южном море или в бурных водах Дальнего Востока встретится мне человек. Знакомый как будто. Посмотрю я тогда на него и подумаю. Был вот водолаз Панов. Корабли подымал, товарищей спасал. Всякие с ним вещи бывали. А теперь стоит это передо мной Панов Алексей Петрович, водолазный специалист Эпрона. И седина у него в голове. Стоит и улыбается. Просит меня, помните, Виктор Михайлович, подъем англичанина? Помню, Алексей Петрович, отвечу я. Все помню. Товарищ начальник, я об одной вещи вам должен сказать. Ну и скажете. Вот когда мы с вами встретимся, обязательно даже скажете. А сейчас валяйте. Ведь сегодня пришла Армения. Разрешаю вам, товарищ Панов, уволиться на берег. Есть, товарищ начальник.